С приближением лета становилось все жарче и жарче. Гудрон плавился, асфальт был как тесто, не отдерешь ноги. Воздух стыл в неподвижности. Пелена извести целыми днями не сходила с неба, а багрово-красное солнце подолгу стояло в зените. Это Петр Тимофеевич Завьяловский, его поволжская трагедия. Самара. Год 1921. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».